Красота и здоровье. Рациональное питание для красоты и здоровья. Современные специалисты в один голос говорят о том, что употребляя в пищу определенные продукты питания, можно не только значительно улучшить внешний вид, усилить работоспособность, а также повысить энергичность, но еще и решить весьма разнообразные внутренние проблемы, напрямую связанные со здоровьем. Переходить к здоровому питанию следует постепенно. Вот несколько основных правил здорового питания. Первое. В составе ежедневного меню должна входить разнообразная пища, то есть продукты из разных пищевых групп. Снижаем до минимума употребление соли. Обычную соль заменяем йодированной солью, которую принято считать более полезной. Второе. Кушаем 4-5 раз в день маленькими порциями и ни в коем случае не переедаем. Третье. Не делаем больших перерывов между приемами пищи. Четвертое. Пытаемся кушать каждый день в одно и то же время, что позволит восстановить и даже улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Пятое. Ограничиваем употребление сахара. Если нет аллергии на мед, тогда сахар заменяем именно этим продуктом, в состав которого входят многочисленные витамины и минералы. Шестое. Ежедневно съедаем большое количество свежих овощей и фруктов, а также салат. Седьмое. Употребляем исключительно свежеприготовленную пищу. Восьмое. На протяжении всего дня пьем как можно больше чистой воды. Полезными для организма являются практически все продукты питания. К примеру, употребление творога позволяет сделать кожу нежной и мягкой. Свежие орехи и рыба избавят от прыщей. Употребляя бананы, можно как смягчить, так и увлажнить кожный покров. Начните пользоваться этими основными правилами здорового питания. Вы сможете сохранить свою красоту и здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.